манеже универсального спорткомплекса Подмосковья прошли матчи высшей лиги чемпионата по футзалу 2023-2024 Федерации футбола городского округа Щелково. Футзал – так теперь в России называется мини-футбол. Название является международным, поскольку этот вид спорта зафиксирован в базе Международной федерации футбола FIFA. Мини-футболом в России теперь называют виды, ранее известные как футбол 6x6, 7x7, 8x8. Позади первый круг соревнований, в ходе которого участники разделились на две равные группы – золотую и серебряную. Впереди еще 7 бескомпромиссных туров, полных накала страстей, адреналина и, конечно же, борьбы за победу. В первом из 7 предстоящих туров команды обеих групп сыграли по 3 матча каждая. Особенно зрелищным выдался поединок между командами серебряной группы «Спартак Литвинова» и «Олимпийцем». В первом тайме вели хозяева «Спартак Литвинова», и никто не ожидал, что «Олимпиец» – аутсайдер сезона 2023-2024, который находится на последнем месте в турнирной таблице, окажет столь ожесточенное сопротивление во втором тайме. Гости сумели забить 4 гола подряд, но даже это не помогло им одержать победу. Команда «Спартак Литвинова» ответила 5 голами и завершила игру со счетом 9-5 в свою пользу. Следом на паркете манежа встретились команды «Полет» и «Аврора», которые уже успели зарекомендовать себя как сильные соперники. В этой встрече, как и в предыдущей, сильнее оказалась команда «Полет». Матч начался с явного преимущества «Полета». Уже на 3-й минуте игры, завладев мячом, они открыли счет. К 6-й минуте «Аврора» смогла забить ответный гол. Однако игра у «Авроры» шла не так успешно. По итогам первого тайма «Полет» ушел на перерыв с преимуществом в 2 мяча. Во втором тайме «Полет» продолжил доминировать на поле. Мячи летели в ворота соперника практически каждую минуту. Болельщики скандировали кричалки, переживали, горячо аплодировали успехам своей команды. Пентатрик 5 голов оформил ворота «Аврора» Владимир Ермаков. Дубль забил Вадим Сменчугов. В этом матче с явным преимуществом победу одержала команда «Полет» со счетом 9-5. После матча состоялась церемония награждения победителей юношеского чемпионата «Вектор Лига». Лучшие команды, игроки и тренеры были отмечены медалями и кубками. Евгения Корытько, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.